Здравствуйте все, с вами канал Свет 7. Сегодня мы сделаем обзор вот на такую вот люстру на 5 рожков. Я вообще не понимаю, что тут один. Ну, покажем вам один. От фирмы Esté Luce. Итальянская фирма. Вот, пройдемся по параметрам. Подключим ее к сети. Скажу вам про материалы и прочее. Так что, поехали. Вот, как я уже сказала, это люстра на 5 рожков. Рожки вот такие вот необычные. Цоколь Е27. Так вот это все прикручивается к плафону. Вот выглядит это вот так вот. Прикручивается к плафону, а плафон уже в свою очередь крепится вот к такому вот нашему металлическому глянцевому основанию. Вот как раз мы видим тут 5 отверстий для плафонов. Давайте посмотрим размеры нашего основания. Длина составляет 22 сантиметра. Думаю, что они одинаковые. Да, 22 сантиметра. Давайте измерим отверстие от середины и до края. 5 сантиметров. Ну, тут тоже, думаю, будет 5. Да. А до края основания у нас будет 11 сантиметров. Внутри матовая. Вот снаружи глянцевая. Кстати, отставляет отпечатки, так что лучше все это устанавливать в перчатках. Высота люстры будет составлять 200 миллиметров, а диаметр полностью тоже люстры будет составлять 720 миллиметров. Вот степень пылевлагозащиты IP20. Лампочек в комплекте нет, так что позаботьтесь об этом заранее. Плафон у нас сделан из акрила матового белого, а основание металлическое. Так, мы подключили нашу люстру. Вот, смотрите, свет у нас направлен прямо, но благодаря плафону он рассеивается. Вот, теперь представьте, что таких вот будет 5 плафонов по всему периметру. Так что люстра будет освещать достаточно большую площадь и будет идти как основное освещение. Вот, если вам понравилось данная люстра, то переходите по ссылке в описании к этому видео и заказывайте вот такую вот люстру от компании Esté Luce у нас по специальной и очень приятной цене. Спасибо вам огромное за внимание и всего вам доброго!